и в горе, и в радости. Спасибо. До слова запрошується депутат двох скликань Верховної Ради Артем Ілюк, депутат, який представляв інтереси Корабельного району в Верховній Раді. Оплески. Здравствуйте, дорогие николаевцы. Я вижу действительно океан. Океан сердец тех людей, которые сегодня вышли ради того, чтобы отстоять не только свои права предприятия и права своего города. Мне, как потомственному Корабелу, чей прадед еще работал на заводе «Наваль», очень больно смотреть, что когда у нашего города появляется шанс пусть не возродить кораблестроение, но точно шанс сделать мощный прорыв в производственной сфере и дать возможность людям развиваться, кормить свои семьи и двигаться вперед. Это очень больно. И я уверен, что этот вопрос будет решен, потому что такой океан уже не остановить. Я знаю, что очень много вопросов сегодня существует заполитизированных, но надо понимать, у нас сегодня единая власть, такого еще никогда не было в Украине, которая может решить этот вопрос очень быстро. И я уверен, что так будет, потому что наш город действительно заслужил. Заслужил того, чтобы развиваться, быть успешным, красивым. И я благодарен всем тем людям, которые приложили к этому большое усилие. Я знаю, что мы точно этого достойны, и мы точно добьемся, чтобы наш город развивался. Всем добра, благополучия. Сегодня великолепный праздник. Всех с праздником православным. Я знаю, что все будет хорошо, и Николаев обязательно победит. Дякую, пане Артеме. Розвиток.